Всем привет! Сегодня я бы вам хотел представить белорусскую минеральную воду Frost. Почему именно эту минеральную воду? Так как данная минеральная вода является одной из самых лучших в Республике Беларусь. В конце видео я вам покажу отзывы на различных сайтах именно про эту минеральную воду. В Беларусь приезжает очень много гостей из стран СНГ за белорусскими продуктами или просто их попробовать. Вот эта минералка, наверное, одна из тех, которую я бы предложил попробовать в первую очередь. Я не могу сказать, что она самая лучшая, но это одна из самых лучших. Производится она в Республике Беларусь, в Брестской области, в Драгичинском районе, деревни Хомск. Так, откроем. Это газированная, есть еще не газированная. Это у нас классическая бутылка, сейчас уже есть она в каком-то более новом интерфейсе. Это я так пошутил. В отзывах пишут, что она сильно газирована. Это не так. Есть не менее хорошая минеральная вода Минск 4, она гораздо более газирована. Или даже Дарида, тоже белорусская неплохая минеральная вода. Там бы пробка давно бы уже взлетела, как ракета. Нальем бокал. Нет никакого отвратительного запаха. Знаете, бывает минералку. Делают непонятно с чего, она потом воняет, как будто это ессентуки, да? Ессентуки сами по себе какой-то запах издают, но это лечебные воды. А минералка обычно так вонять не должна. Вот такая она у нас, прозрачненькая, ничего лишнего, ничего не воняет. Никаких противопоказаний нет. Можете пить без всяких проблем. Тут у нас, кстати, написано, что так, показания к лечебному применению. Хронические гастриты с нормальной, запятая повышенной и пониженной. Секреторной функциями желудка. Тут этим терминологией врачебной. Запутаешься. На самом деле бывает гастрит поутру, и данная минералка очень помогает. В Беларуси ее еще очень любят после бодунища. Это вам 100% говорю. Это белорусская классика антибодунища. Минералка Frost. Спросите у любого белоруса, пил ли он минералку Frost. После бодуна он вам скажет, что да. Так. Что полезно при сахарном диабете, подагре, ожирении. Мочекислом диатезе, хронических заболеваниях мочевыводящих путей, полости рта и зубов. Это полезная вода. Так, и дальше у нас здесь показано, что хлориды 0,4-0,8, химический состав, сульфаты 0,01-0,1, гидрокарбонаты 0,2-0,6, фториды 0,005-0,01, калий 0,4-0,8, кальций 0,07 и магний 0,03. Вот такая вот водичка. Теперь, чтобы закрепить всю эту билиберду, что я вам сказал, чтобы вы мне точно поверили, что это хороший белорусский продукт, а я на своем канале решил не пиарить абы что, а то, что я ем каждый день, и едят мои знакомые и друзья. То есть чисто помочь белорусскому производителю. А в основном он на процентов 60-70 вообще является государственным. То есть я помогаю самому государству, показываю нормальные продукты. Те продукты, которые можно без проблем есть, они качественно доказали свое качество. Итак, теперь я заканчиваю обзор. Выпью вот этот бокал минералки. И мы перейдем в компьютер для того, чтобы ознакомиться с отзывами на данную продукцию. Спасибо за внимание. Берем сайт Отзывик.
9 отзывов, 5 звезд. Можем посмотреть, что данным продуктом довольны. Недостатки не обнаружены. Недостатки не нашла. Маленькая бутылка недостаток. Хотели бы больше. При том, что, видите, украинцы, белорусы отзывы, Украина тоже, Россия, Екатеринбург, недостатки нет. Беларусь, Гомель, нет недостатков. Нет недостатков в России, Екатеринбург. Беларусь, Речицы, нет недостатков. Минск, недостаток газированная, вредно много пить. Ну, Ежине вообще не газированная, Фрост. Пожалуйста. Так, посмотрим где-нибудь еще отзывы. Так, ну тут реклама на Дориду. Дорида нам не нужна, нам нужен Фрост. Тут есть еще статья о Фросте. Лучшая минеральная вода. Как правильно выбирать минералку. Вот тут есть у нас еще о Фросте. Написано. Так. Честно, особо что-то я такого не нахожу. Везде пишут, что это лучшая минеральная вода. Ага. Есть. Есть, но более такие... Более такие... Мелкие. Сайты не особо мощные. Не такие, как Отзывикомп. Ну, везде 5 звезд. Я не видел третий сайт. Второй сайт. Третий сайт открыл. Везде пишут, что она хорошая. Где со звездами. И даже группа. Не со звездами, везде по 5 звезд. Есть даже группа ВКонтакте Фрост. И нахрена вам какая-нибудь там пиндосская Бонаква? Покупайте Фрост. Покупайте то, что производится у нас. И все будет very good. Спасибо за внимание.